Все всегда думают, что самое сложное — это вытащить кимоно. На самом деле это не так сложно, даже если оно завязано. Самое сложное, в принципе, завязать человека в зад. То есть, что такое потянуть в зад? Условно, мы начинаем со стойки, моя задача прыгнуть вниз, затянуть его в зад. Я не буду думать, пока минимум затянуть в ворм-зад. Пока я буду такими мыслями забивать свою голову, скорее всего, он меня сразу прокинет и пройдет. Первое, что я хочу сделать, это реально хорошо научиться прыгать в зад. Я передней рукой хватаю куртку, левой рукой сажусь сюда, сажусь. Теперь после этого я не могу себе позволить пытаться под него прыгнуть или что-то делать. Мне нужно следующим же движением прыгнуть на свою спину, колени к своей груди и затянуть его сюда. Не обязательно он упадет, но я движение какое-то создам, он придет ко мне. Возможно, я вообще закрою гард. Возможно, он встретит меня коленом, я его дальше уже не притяну. Но, по крайней мере, пока он здесь и мои ноги мимо него, я могу точно знать, что он никуда не денется. Соответственно, первое, что мы должны научиться делать, это прыгать гард. Мы стоим пониже, если мы будем слишком высоко стоять, нам сделать проход ноги и все такое. Поэтому изначально я стою пониже, потому что даже если будут мне ноги прокрыть, я всегда смогу отбросить ноги, встретить его и не дать себя перевести в пар. В то же время я могу схватить ногу за куртку, левую руку кладу на мат, сажусь. Я никогда не хочу прыгать вот сюда под него, потому что он одним движением сразу прокинет и пройдет меня. И мне уже будет очень сложно восстанавливать гард. Поэтому я сажусь, второе движение, я падаю на свою спину, колени к груди и обязательно свою ногу тяну его к себе. Вот так. Чаще всего он приходит сюда, я ногами его уже начинаю обвивать и, собственно говоря, получилось сцепление с ним. То есть он уже в одно движение мне никуда не пройдет. Соответственно, первое то, что мы будем делать, правую руку хватаем куртку, не хватайте соседнюю куртку, если вы решат, левую руку левую куртку, если вы прошат, правую руку правую. Левую руку на мат, садимся. И заметьте, я не прыгаю под него, я фактически сажусь под себя. После этого приму его сюда, мои колени у моих грудей. И после этого я получаю пятку и куртку. Говорим вот так. Очень простая техника, как я понимаю. Справитесь? Давайте, ребят, разбились по парам. Я предлагаю всем прошам дать правой ногой вперед и тянуться правой рукой к куртке.